Имена других гостей экспертов форума «Машук-2013» тоже говорят сами за себя. За две первые недели форумчан посетили известные КВНщики, спортсмены, ученые, артисты, публицисты и политики. С одним из тех, кто повлиял на молодые сердца и умы, профессором, публицистом и автором оригинальной идеи Виктором Ефимовым, пообщалась и наша съемочная группа. Образцом такого полифоничного и духовного эксперта можно было назвать Виктора Ефимова. Несмотря на свою должность, ректор аграрного университета, он занимается довольно широким кругом проблем. От здорового образа жизни до изучения глобальных исторических процессов. Профессор много ездит и встречается с людьми, поэтому и приглашение выступить на Всекавказском форуме Виктор Алексеевич воспринял как удачную возможность пропаганды своих идей. Для меня, конечно, вот поездка на Машук очень символична, потому что где-то, может быть, лет 15-20 назад я регулярно здесь бывал, очень хорошо знаю ваш народ, выступал и на телевидении на вашем многократно, и с ребятами, очень давно знаком с молодежью. И я действительно считаю, что именно молодежь Кавказа может очень серьезно повлиять на добрые перемены в стране. Виктор Алексеевич убежден, что любые перемены в стране могут произойти только если их поддержит молодежь, причем молодежь здоровая. Так вот, такие встречи, которые проходят вот и у вас в рамках программы «Машук-2013», они как раз нацелены на то, чтобы все больше и большее количество молодежи переходило вот в категорию, определяющую геостратегическое будущее нашей государственности. А это делается только на трезвую голову. Однако, прежде чем ставить такие задачи, молодых людей нужно учить. И тут как нельзя более кстати философско-мировоззренческая концепция общественной безопасности. Именно ее освоение, по мнению Виктора Ефимова, и есть первая задача каждого человека на Земле. Не все понимают, что мы живем в особый период, в период, которого не было за всю историю существования человечества. Вот в чем его особенность, в чем его суть, и какими нужно обладать человеческими качествами, и что нужно понимать в вопросах управления, чтобы быть адекватным этому текущему моменту сегодняшнего дня. По словам Виктора Ефимова, суть нового перехода в скорости, с которой развиваются технологии. Если еще 100-200 лет назад человеку на всю жизнь хватало того объема знаний, который он получал в школе, то теперь учиться приходится непрерывно. Просто чтобы не отстать от времени навсегда. И не быть рабом тех, кто за прогрессом поспевает. В своих размышлениях Виктор Ефимов часто ссылается на Александра Сергеевича, того самого поэта и провидца. «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь? Наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками да бич». Так вот, цель моего приезда, чтобы эти строчки Пушкина были не о нас с вами. Прослушав лекцию ректора аграрного университета, форумчане смогли узнать, кто такой глобальный предиктор, чем полезна мертвая вода и в чем состоит феномен концептуальной власти. Прислушаются машукцы к предлагаемым идеям или выберут свой альтернативный путь, покажет время.